Запомни, их два типа людей. Одни готовы рвать этот мир до костей. Идут по головам, не жалея ногтей. Чёрта оправдают, лишь бы оседлать цели. Есть два типа людей. Другие никогда не оставят беде. Стоящие за совестью, уперты за честь. Смотри, не разорвись, между ними ее нет. В темноте пала звезда за горизонт. Ну а что, если каждому нужен отдельный подход? Ведь этот вроде бы соврал, но покаялся прям вслед. Этот вроде бы воровал, но исправился в момент. Этот с виду нахал, наплевал на всех. А поговоришь нормально наедине. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы лгать, пуская в глаза пыль. Другими всем казаться, подбираясь плотней. После навытворять, так что крыша в огне. И есть два типа людей. Другие никогда не подставят друзей. Не скажут за себя, не утушат в ответ. Смотри, не разорвись, между ними ее нет. Будь готов, наверняка станет тот миг, когда ты останешься здесь совершенно один. И те, на кого ронялся, набили кошельки. И вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с пути. Чтобы на своем стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы впрямь тебе до конца верить. Берутся помогать, не замечая потерь. Их совесть чиста, как слеза матери. Есть два типа людей. Они могут прощать даже самых зверей. Детям поживиться не упустят момент. Внутри не разорвись, между ними юнец. И есть два типа людей. Одни готовы рвать этот мир до костей. Идут по головам, не жалея ногтей. Ничего-то оправдает, лишь бы оседлать цели. Люди, есть два типа людей.